11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Анна Лапшина, о проектах, которые меняют наш город к лучшему, о том, какие механизмы есть у горожан, чтобы включиться в эти проекты, будем говорить сегодня с нашими гостями. Главой города Кирова Еленой Ковалевой. Добрый день. Добрый день. начальником тер управления по Первомайскому району города Вячеславом Симаковым. Здравствуйте. Здравствуйте. И начальником тер управления по Ленинскому району Кирова Оксаны Шишкиной. Добрый день. Добрый день. Да, мы уже встречались в этой студии, я напоминаю слушателям, да, когда говорили о работе по федеральным проектам формирования комфортной городской среды и безопасной и качественной автомобильной дороги. Эти проекты реализуются в основном основном на федеральные средства, и суммы там значительные, но это далеко не единственный механизм, который можно использовать. А те проекты, о которых мы будем говорить сегодня, родились и работают благодаря в том числе инициативам со стороны горожан. И мы сейчас Елену Ковалеву попросим нам напомнить, какие проекты и какие механизмы сейчас в Кирви есть. Добрый день еще раз. Действительно, в городе применяются разные механизмы развития гражданской активности горожан и привлечения их к проектам, которые реализуются непосредственно в их дворах, рядом по месту проживания, либо в скверах и парках. Но в первую очередь, наверное, хотелось бы сказать о городских проектах. Проекты, хотя и мини-гранты предоставляются, но они носят достаточно массовый характер, и Впервые они начали применяться еще в 2007 году, когда еще не было и проектов местных инициатив, и народного бюджета, поэтому они зарекомендовали себя очень хорошо. Тосы у нас основные э, участники этих э, про проектов. Угу. И единственное, что в прошлом году из-за пандемии мы не проводили этот городской конкурс социальных э, инициатив, но в этом году вернулись... Э, и в этом году будут проведены. Буквально на этой неделе будет объявлен конкурс проектов по развитию инициатив от идеи к проекту. Максимальный размер выделяемой субсидии составит 200 тысяч рублей. Как я уже сказала, это достаточно небольшие гранты, которые рассчитаны на мини-проекты. Общая сумма средств, которые из городского бюджета будет направлена, 1 семьсот шестьдесят восемь тысяч рублей. Следующий, наверное, по времени применения ⁇ это проект местных инициатив. С 2009, вернее, 9 лет с 2013 года данный проект начал реализовываться в городе. На территории Кирова. То На есть территор... в области немножко пораньше, насколько я помню, в Кирове. чуть-чуть. Ну, практически угу. одновременно, да. Там период пилотных проектов был недлительный, поэтому мы практически с первых лет включились, включились, да, и горожане воспринимают этот проект очень позитивно, активно участвуют в проекте местных инициатив, но Единственное, также хотелось бы сказать, что в прошлый год... У опять нас, же, из-за пандемии... Опять да? же, mm -hmm. из-за пандемии и не проводились этот конкурс, отобранные проекты в предыдущий 2019 год, год будут реализованы в этом году, в 2021. Но здесь есть определенные преимущества. В последние годы проекты реализовывались, например, в 2019 году оплата шла из областного бюджета в части софинансирования в последующем году. Поэтому в этом году для подрядчиков этот будет конкурс также более привлекательный, который выйдут на конкурсные процедуры. И, соответственно, работа будет выполняться в этом году и оплачиваться также в этом году. То есть это, это удобнее и. Ну, э, это там. более интересно, угу. потому что мы понимаем срок ожидания подрядчиков между выполненными работами и полученными за работу средствами, но не каждый может себе позволить такой, такой разрыв, угу. да. Поэтому я думаю, что он привлечет больше как раз интересантов на выполнение этих проектов. Говоря о проекте местных инициатив, ну, наверное, стоит сказать, что здесь несколько источников участвуют по реализации проекта. В первую очередь, это областной бюджет, и, в общем-то, инициатором было областное правительство в свое время. Также местный бюджет софинансирует практически 50 на 50, а также обязательно участие населения, либо спонсоров в виде юридических лиц. Поэтому проект, он интересен, в первую очередь, тем, что, во-первых, жители обозначают этот проект, который бы они видели, который нужно реализовывать. Это проект обязательно связан с вопросами благоустройства, то есть он не может, например, направляться на покупку концертных костюмов дому культуры. То есть это все-таки вопросы благоустройства. Ну и третье, это вовлечение как раз юридических лиц, предприятий, малого бизнеса. Извините, это, это да, да, которые либо работают, например, на этой территории, но как-то связаны с этим проектом, либо территориально, либо трудятся работники этого предприятия, например, и проживают в этой части города. Ну то есть здесь вовлекаются, скажем так, и общество, и бизнес. И власть. То есть вот такой вот проект, который объединяет на выполнение отдельных проектов. И задачи решаемся вместе. Конечно, угу. да. В принципе, достаточно много проектов уже реализовано за этот период. Если взять вот за 9 лет, как я уже сказала, это порядка 250 проектов. И сумма такая достаточно серьезная, почти 280 миллионов рублей угу. было направлено на их реализацию. Это мы про Киров говорим. Да, я безусловно uh -huh. говорю про только город, про сам. город, да. Uh -huh. Наверное, все равно стоит отметить наиболее яркие проекты, о которых знают кировчане, но может быть некоторые даже не знают за счет какого там источника или проекта он появился. Ну вот все мы знаем парящий камень, проект находится на пересечении улицы Казанской и Розы Люксембург. Очень хороший получился уголок притяжения. Это, Николаевич, рядом ведь с Это Первомайский район. Да, район да, да. Здесь у нас участвовали и и ККС, и население, которое проживает жители. в этом микрорайоне жители, да, ну и, безусловно, как бы бюджет. Действительно очень такой комфортный получился уголок, и когда там бываешь в этой части города, всегда там кто-то отдыхает. Поэтому наша ведь цель как раз не, не только там какой-то вот проект обозначить, а самое главное создать дополнительные условия комфортного проживания и отдыха наших горожан. Ну, наверное, все-таки, если территориально взять, у нас проект реализуется и, скажем так. В пригородной части это и Ленгасово, это и Дороничи, это и ЛПК, то есть микрорайоны, которые удалены от центра. Угу. И жители также активно принимают участие. Наверное, стоит привести пример. Это территория прудов в микрорайоне Озерки. новый развивающийся микрорайон. И очень хорошо была благоустроена как раз эта территория. Дорожки, освещение озеленение, также малоархитектурные формы. То есть проект тоже очень любим жителями, которые там живут. Также, наверное, стоит привести пример, это благоустройство сквера, это сквер золотых рыбок, тоже такой достаточно интересный проект. Это, это на филейке, по-моему, да, делали, да? Да да? Да, 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 да. Ну, вот, как я уже сказала, у нас и сельские территории не отстают, вот у нас, например, в поселке Доронич уже на протяжении трех лет благоустраивается территория вокруг Дома культуры. То есть сначала сделали одно, потом воодушевившись включились в другое, и в результате целая комплексная территория у нас будет благоустроена, и эта часть города, ну, часть поселка, скажем так, она сейчас является местом притяжения всех жителей, которые там проживают, угу. потому что там есть чем заняться и детям. Просто погулять, отдохнуть, светло, чисто, сухо. Тут же Дом культуры проводит различного рода мероприятия постоянно. Поэтому вот такой некий небольшой культурный, так сказать, вот центр. А это не все, кстати, горожане знают, а ведь можно... История-то такая. То есть, если, например, на реализацию какого-то проекта не хватает средств в этом году, то можно там в следующем Году либо в этом же проекте поучаствовать, либо на какой-то другой заявиться. Ну, да? то есть можно на этапы разделить. Угу. Да, вот о чем как раз вот пример Дороничи. Это, это этапность реализации проекта. И я полагаю, что вот и в этом году, третий год будут они участвовать в проекте. И допускаю, что это не последующий этап. А возможно, что и на следующий угу. год они будут также заявляться. Ну, вот если это говорить это как ППМИ. Бы, это ППМИ, да. И есть, и есть, есть еще совершенно один Совершенно новый, да, новый проект, в который мы только-только город э, начали участвовать. На самом деле, это проект называется партисипаторного бюджетирования. Но в силу того, что сложно выговорить и понять, что это означает, большому кругу э, Министерства финансов Кировской области его назвало очень просто проект народный бюджет. Угу. Все понятно, а, чем он а, интересен. Там Он... тоже жители вовлекаются, но немножко по-другому. Жители вовлекаются уже не финансово, угу. а вовлекаются путем участия в обсуждении и в обучении. Здесь цель не просто, скажем, согласовать проект и дальше контролировать его выполнение. Здесь как раз вопрос стоит, знаете, в чем. То есть выделяет, извините, выбирается бюджетная комиссия, ну, ориентировочно 15 человек. Кроме того, формируется дополнительная комиссия, роль этой бюджетной комиссии. Они получают обучение, то есть здесь приезжают специалисты и департамента финансов, и даже областного министерства финансов, рассказывают, что такое бюджетный процесс, какие полномочия органов местного самоуправления, что можно финансировать, а что нельзя. То есть люди получают некую базу образовательную, которая позволяет им впоследствии выдвинуть свое предложение и проект и защищать его перед а, вот этой вот бюджетной комиссией. А, надо иметь смелость, надо сказать, а, чтобы действительно этот проект не просто выдвинуть идею, угу. но ее защитить, обосновать и в дальнейшем уже действительно как бы как жители и члены общественной вот этой комиссии бюджетной согласятся, тот проект и является победителем. А, ну вот, еще надо уметь договариваться, значит, между собой. Договариваться, того, аргументировать, либо договариваться. Ну, аргументировать, угу. а потом, знаете, это вот как раз вопрос, предположим, Какая-то группа жителей а, говорит о том, что нам необходимо, например, ну, вот какой-то проект реализовать. А другая часть говорит, нет, а наверное, мы другое. Да, нам что-то другое надо. И здесь ведь очень важно еще и поддержку получить у оппонентов. А самое главное, когда а, уже состоится голосование, доказать жителям, которые причем в онлайн-формате наблюдают, как идет процесс обсуждения и выбора, что мы вот со своим проектом действительно наиболее актуальны, и, так сказать, поддержка жителей она крайне важна. Угу. Но я думаю, что вот коллеги уже более подробно а например, мы, а мы на примерах идем, да, да, расскажут. Но проект есть. на самом деле очень интересный. И мы в него включились в 2019 году. Первый проект у нас вот был реализован в 2019 году в микрорайоне Ленга. В прошлом году это микрорайон Коминтерн Первомайского района. И так постепенно, я думаю, что жители тоже начинают узнавать, что за проект, как нам в нем принять участие, инициативу как подать. Я думаю, что чем больше будет разного рода инициатив, тем, тем лучше все таки говоря о гражданской позиции я считаю о формировании это не только критика власти но и участие и контроль дополнительный за тем что происходит в городе а я вот, ну, на примере народного бюджета не могу, наверное, сказать. На примере, мы, я знаю, были такие у нас и звонки от слушателей, когда люди, которые поучаствовали в реализации какого-то проекта, после следили вообще за тем, а в каком состоянии этот проект находится, лавочки свои берегли от хулиганов. Это немаловажно, да, да, потому да, да. что люди вложили личные средства. Пусть и они, время они, свое. Пусть они небольшие, но они вложили средства и, конечно, уже относятся к этому не как к чужому имуществу, а как к собственно созданному, так сказать, вот какому-то уголку, который благодаря совместными усилиям удалось в городе благоустроить. Поэтому здесь действительно вот такой хороший эффект получается от участия в разного рода проектах. Вовлечение, да? Ну, давайте мы тогда к конкретным примерам перейдем. Лингасово это Ленинский район. Ленгасова фактически стартовал, да, народный бюджет в городе Кирове. Поэтому мы, Оксану Шишкину сейчас попросим нам рассказать, напомнить слушателям, нашим горожанам, что это был за проект, насколько, я помню, вы делали там сквер с детской площадкой. Может быть, я ошибаюсь? Все верно? Все правильно? Всё да. Правильно. Да, Оксана Викторовна. Ну вот, давайте. Эти процедурные моменты, о которых говорила Елена Васильевна, да, каким образом вообще определили этот проект? Почему именно это? Да? Сколько человек принимало участие, насколько активно они себя вели? Как там во время реализации проекта, да, да, что делали люди, как вовлекались? Ну, началось, наверное, это все с июня 2019 года, когда мы информировали жителей Ленинского района о том, что вот есть такая возможность uh -huh. поучаствовать абсолютно в новом для нас проекте. Первую заявку мы получили как раз от инициативной группы микрорайона Ленгасова. И именно поэтому микрорайон Ленгасова и стал участником проекта народный бюджет в качестве пилотного. Так как для нас это было ну, совсем новое мероприятие, поэтому вместе с жителями мы вот поэтапно погружались в реализацию этого проекта. Получили сразу же 151 заявление. Вот это те жители, которые посчитали возможным в силу там, своей занятости там общественной активности принять участие в этом проекте. Нам надо было выбрать вот эту рабочую группу, которая Бюджетная называется да, бюджетной угу. комиссии 15 человек основного состава и 5 дополнительного резервного. Путем простой жеребьевки мы выбрали вот этих активистов, которые в течение 2019 и 2020 года непосредственно принимали участие в реализации этого проекта. Бюджетная комиссия сама для себя определила семь заседаний по времени, когда они будут совместно собираться и обсуждать свои проекты. Но все началось действительно со сбора инициативных предложений конкретно территории Ленгасова. То есть сначала жители обозначили, какие у них есть проблемы. Но, конечно, это были связаны проблемы в основном с благоустройством территории. Mm -hmm. Мы сами понимаем, что именно на территориях сельских населенных пунктов, на загородной территории у нас мало вот именно таких мест общественного досуга. Но на самом деле проекты были самые разные. Предлагали обустраивать дороги, обустраивать какие-то отдельные участки тротуара, реконструировать стадион-локомотив. Были предложения по благоустройству территории Пруда. Соответственно, в рамках этих заседаний из -за вот большого количества инициативных предложений были отобраны отдельные проекты, которые уже участники вот этой бюджетной комиссии защищали. Что значит защищали? Они разработали по каждому проекту концепцию, они сосчитали калькуляцию затрат, презентовали перед остальными участниками бюджетной группы, и дальше было просто открытое голосование. И вот по итогам открытого голосования именно жителей. Мы, как администрация, в этих процессах участия не принимали в соответствии с условиями проекта, сами проголосовали, что будут реализовывать вот именно такой парк отдыха. Парк Они отдыха, его, да, оттуда. назвали парк семейного отдыха. Это именно вот формулировка вот этого проекта, название этого проекта. Это именно инициатива жителей. Территория, на которой он появился, это была какая-то заброшенная, запущенная территория? Или это уже был действующий когда-то там парк или сквер, просто его облагородили, что называется? Это территория на перекрестке улицы Лесной молодежного У -у -у. проезда. До этого это просто была озелененная территория, неблагоустроенная. Поэтому, когда они работали над этим проектом, уже было видение, что они ее зонируют на две части. Вот на одной части территории они реализуют этот проект. Это у них будет зона летнего досуга. А вторая территория, вторая часть этой территории, это будет зона летнего досуга. И здесь мы им помогли, поставили горку. Сейчас мы ставим новогоднюю ель туда постоянно в период новогодних и зимних праздников. И это место притяжения уже вот всех жителей Ленгасова стала эта площадка. А я правильно понимаю, что в Ленгасово вот помимо этого парк, который сделали жители, таких точек притяжения практически нет. Ну, вот до этого Елена Васильевна уже говорила о реализации проектов по ПМИ угу. а, на территории микрорайона Ленгаса. Мы благоустраивали территорию сквера. Угу. Сквер центральный в микрорайоне. Это был проект по ПМИ. А здесь вот мы зашли с народным бюджетом в рамках вот этого проекта 2019 год у нас закончился тем, что мы по проекту «Победителю» подготовили совместно с жителями техническое задание. Мы сделали локально-сметный расчет с участием жителей. И, соответственно, так как территориальное управление выступало распорядителем бюджетных средств, в начале 2020 года мы вышли уже на электронный аукцион, где была определена подрядная организация, которая этот проект реализовывала. Пандемия, пандемия вам не помешала, да, в реализации? Но были определенные, конечно, моменты. Ну, наверное, все с этим столкнулись, да, там с поставкой определенного оборудования, mm -hmm. материалов, потому что были ограничительные мероприятия введены. Но тем не менее мы этот проект реализовали в срок. Вот здесь уже поднимался вопрос, как осуществлялся контроль, а в ходе проекта мы благоустраивали дорожки, устанавливали скамейки, детские игровые комплексы были установлены, спортивные комплексы, территория была ограждена по периметру, планировку территории этой делали. И, Наверное, вот в таком ежедневном, ну, так как они проживают на этой территории, в ежедневном режиме жители и не только члены бюджетной группы мониторили состояние выполнения работы, указывали под речку, как лучше им сделать ту или иную работу. Это действительно... Имела место быть. Со своей стороны, тероправление контролировала с привлечением специалистов по строительному контролю. Но ну, в итоге я считаю, что у нас получился неплохой проект. Когда завершились работы? А, работы у нас завершились в сентябрю 2020 года. Mm -hmm. Будут ли, будут ли, будет ли продолжение какое-то? Будут ли что-то туда, еще какие-то наполнения, какие-то смыслы в этот, в этот сквер в эту территорию вноситься? Вот вы знаете, мы вообще поддерживаем любую инициативу. Угу. Вот с какой бы инициативой к нам жители не приходили, мы смотрим, в рамках какого проекта и как мы можем это реализовать. И когда вот вышли на эту территорию, то действительно поддержали, сделали дополнительное освещение, то есть там установлены 9 столбов, чтобы посвятить эту площадку, играют дети. А у жителей планы в этом году было так спланировано еще в предыдущий период. Они в рамках весенних субботников выйдут с посадкой деревьев, угу. чтобы облагородить эту территорию дальше. Ну и в рамках грантового конкурса 2021 года они планируют обустроить там систему видеонаблюдения. А, ну, вот это планы история. жителей вот на этот год по этой территории. Это, это к вопросу о том, как оберегать то, что сделано. Да, от да хулиганов. Да, да. Есть ли вот, понимание, что все срослось, и были ли какие-то сложности, с которыми столкнулись в момент реализации? Вы знаете, так как мы реализовывали проект впервые, то мы, наверное, с замиранием сердца смотрели вот на эти отборы, которые проходили с территории. Естественно, у нас были опасения, какие жители войдут в проект. Готовы ли они вот, ну, посвятить свое свободное время реализации вот такого общественного проекта? Найдут ли они время? Хватит Не ли у них или потом. сил довести этот проект в течение двух лет вот, до конечного результата? Но вы знаете, вот наш результат, он просто превзошел все ожидания. Благодаря этому проекту мы настолько сплоченную Группу активистов сформировали на территории микрорайона, которая полным составом вошла в состав общественного совета территории, И теперь все проблемы, даже текущего благоустройства, мы решаем в таком, знаете, полном взаимопонимании и именно в конструктивном <говорит> начале. То есть это... еще, еще и этот итог получился, да? Это просто вот наши помощники на, на территории сейчас Я поддержу, да, Оксану Викторовну. Действительно, очень неожиданно появилось несколько человек очень активных, молодых, энергичных, которые привлекают теперь к разного рода инициативам. Не обязательно какие-то большие проекты, а вот небольшие инициативы, они сюда вовлекают уже и других жителей. Поэтому действительно, вот это этот проект, он такой синергетический эффект имел. Сегодня они дружат, сегодня они общаются, и сегодня они на самом деле, у них очень много идей, проектов в голове, и они все время что-то генерируют, какие-то новые идеи. Креативит что-то. Да, креативит. Поэтому я думаю, что это вот именно то, что помимо площадки, произошло такой вот эффект. Дополнительный получается эффект да. у проекта, помимо того, что вот материальное что-то ощутимое, там, видимое глазами осязаемое, есть еще вот такая история с формированием активного костяка там, группы жителей, да, который сейчас будет двигать Ленгасово вперед, может быть, через маленькие какие-то проекты, через большие проекты, через федеральные проекты. Да, вот уже есть люди, сформированная команда, которая готова работать. Они как выходят власти. на субботники, они самостоятельно готовы там. А, какие-то просто вот собрались какие-то даже там, uh -huh. не знаю, мероприятия, небольшие конкурсы проводят. То есть там же тоже очень много проживает молодежи. А, более того, как мы знаем, Ленгасово это монопоселок с, 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 дороги. Да, с проживанием э, работников, которые работают в каких-то службах э, в Ленгасово на ж, железной дороге. Поэтому там очень много действительно молодых людей, и несмотря на свою занятость а мы все знаем что они работают по сменам мы действительно были удивлены активность и активно, и, и регулярно они участвовали в комиссии бюджетной именно те кто вошли и вот оксана викторовна еще не сказала а когда 150 да, человек подали заявку на участие и когда отобрали 15 и те кто не попал вы бы видели, какая, какое расстройство было на лицах, но они тоже сориентировались, они сказали, что мы будем теперь работать плотно с теми, кто вошел, чтобы вот их эти идеи, они, так сказать, их вот сюда вот тоже как-то донести до бюджетной комиссии. На самом деле, неплохой проект. У -у -у. Так, ну а следующий этап народного бюджета на следующий год это комментарий. В Коминтерне, насколько я помню, спортивная площадка будет, да, по народному бюджету сделана? Да, универсальная, многофункциональная спортивная площадка. Угу. Получив заявку от активных жителей участию в народном бюджете, конечно, как же, так же, как и в Ленинском районе, сначала думали, что может заинтересовать людей. Иди. Но сразу было понятно на первом этапе, что у нас, уже люди поняли, что много федеральных, областных, городских программ присутствует, и в рамках этих программ и дороги ремонтируются, и тротуары, и зелененные территории, и наружное освещение, и дворовые территории. Поэтому вот еще три года назад у нас на общественных советах и на встречах с жителей всегда звучала одна основная проблема – это отсутствие спортивного вот, стадион. То есть попала корчагин 39 еще в советские времена был стадион, который объединял и молодежь, и старшее поколение. Проводились различные мероприятия, в том числе и районного масштаба. И после того, как вот предприятия свое шефство закончили над этой территорией, ну, он как бы опустел, можно сказать, зарос и так далее. И... Вот с жителями переговорили, как раз поэтапно решили эту территорию возрождать. И мы ее взяли значит, на, под, свой, под свой контроль, включили в перечень общественных территорий. Mm -hmm. и, исходя из того, что на первом этапе не было ассигнований, то есть проводили субботники каким-то образом, косили, прибирали. И там уже вот начали проводить и общегородские мероприятия. И значит, уже благодаря, в том числе, участию депутатов Кировской городской думы, я, я считаю, что та территория, она такая... Обширно я бы ее назвал культурно-спортивной, то есть там у нас недалеко дом культуры, здесь есть зелененная территория, И мы начали с того, что объединять эти две территории, вот как я сказал уже в рамках наказов избиратели mm -hmm. депутатам были выделены депутаты. А еще один механизм. Да, mm -hmm. да, да, да. То есть мы там построили дорожку, сделали освещение, сделали освещение всей территории этого стадиона и искали как раз вот какие еще механизмы, ресурсы, какие -то ресурсы можно, можно то, привлечь. Работу. И вот появился проект ⁇ Народный бюджет ⁇ Жители сразу же, можно сказать, в едином порыве, вот та комиссия, которая была отобрана, то есть у нас, я бы сказал, что предварительно они даже между собой решали, кого... Какие заявки кто будет посылать? То есть там 44 человека ага. изъявили желание участвовать в бюджетной комиссии. Было выбрано 15 человек, и все вместе. Там было две заявки. Это у Дома культуры. Площ... И все вместе. Вот, Вячеслав Николаевич, я прошу прощения. Да. Давайте мы сейчас паузу просто сделаем угу. на рекламу. Я боюсь, она начнется раньше, чем мы с вами <laughs> прервемся. Продолжаем говорить о проекте «Народный бюджет» с нашими гостями, главой города Кирова Еленой Ковалевой, начальником управления по Первомайскому району города Вячеславом Симаковым и начальником управления по Ленинскому району Кирова Оксаной Шишкиной. К Вячеславу Симакову обращаюсь. До рекламы начали говорить про реализацию народного бюджета в Коминтерне. И я в перерыве, кстати, у наших гостей спросила, а как так получилось, что ну вот первый год Ленгасова, второй год в Коминтерне, да, почему не центр города? У меня мысль была такая, что, может, в центре города уже и так наполнено там, да, какими-то проектами, еще чем-то. Но вот говорят, что жители активнее были, активнее и быстрее. Но это, кстати, неудивительно, потому что у нас часто в таких районах, вот говорила Оксана Викторовна, Елена Васильевна, в основном молодые люди, да, ну много их молодежи. Молодежь активная, и она там как-то не жалеет времени своего на то, чтобы вовлекаться вот в эти все благоустро... благоустроительные проекты. Вячеслав Николаевич нам говорил о том, что та территория, которая была выбрана в Коминтерне для народного бюджета, она такая наполненная там разными смыслами, да, и спортивным, и культурным. Да, вот как раз прозвучало о том, что надо эту территорию развивать. То есть мы ее за собой закрепили и начали искать, в рамках чего можем это делать. И вот один из проектов, мы как раз эту площадку вписали вот именно в территорию бывшего стадиона. Uh -huh. И значит, возрождение у нас началось еще в прошлом году, когда мы там сделали каток то есть уже отклик был серьезный от населения, то есть ну, действительно территория начала жить. И мы ее объединили с, дом, с Домом культуры. И Юрий Львович Шлеминзон выделил денежные средства Это на обустройство да, дорожки, mm -hmm. которая дорожка, соединяет да. стадион с Домом культуры. Вот сейчас эта дорожка так и называется, дорожка Шлемензона. Сделали освещение, установили малоархитектурные формы, и сейчас уже у нас как бы... Расскажу про эту площадку. То есть Площадка с искусственным покрытием, прорезиненным значит, ворота, баскетбольные стойки, волейбольные, значит, там скамейки, освещение разметка и так далее. И чем еще... Это, это, это... вот то, что будет делаться да, по этот проекту объект, Народный бюджет. Этот объект у -у -у. чем необходим? У нас рядом находятся образовательные учреждения, которые не имеют своей спортивной базы, и в шаговой доступности появляется так, такая территория. И у нас использовать ее благополучателей по данной территории больше 10 тысяч человек. У нас есть там же государственные структуры, это, это же Росгвардия, которая тоже э, включается в эту работу. Есть заброшенные помещения, они готовы уже там... Устраивать, э, тир. Uh -huh. Но, То в общем... есть в данном случае эффект такой: увидев, что на этом месте начинают активно какие-то проекты реализовываться, они совершенно необходимым тоже внести свою, как бы, часть поучаствовать. и поучаствовать, да, и самостоятельно вот, изъявляют желание благоустроить еще там какую-то площадку да, кроме того, устанавливаем и спортивные тренажеры, и учитываем все интересы, то есть у нас там и молодежь прогуливается, и бабушки занимаются скандинавской ходьбой, то есть все будут участвовать в этом проекте. И уже, ну немного забегая вперед, я так понимаю, что и Министерство спорта поддерживает развитие данной территории. Сейчас начинается разработка проекта физкультурно-оздоровительного комплекса вот, непосредственно вблизи этой территории. А то есть фок построить, да? Да, то есть и плавательный ну, бассейн. Мы и... планируем зайти, конечно, в федеральную программу, но для того, чтобы в нее зайти, нам необходимо проект. Мы взяли проект повторного применения, сейчас и его осуществляется привязка, поэтому как только у нас все будет готово, мы будем заявляться на участие. Федеральный проект. Uh -huh. А вот я хотела Вячеслава Николаевича спросить: у Оксана Викторовна рассказывала про 150 заявок, а в комментариях несколько было. 44 заявки, uh -huh. был из них было 15 человек. человек. Да. А люди, которые вообще заявляются в это во все? ну вот понятно, что да, наверное, это молодежь, либо, либо наоборот, люди уже. И те, и э... другие. И те и другие, и, Там, и, другие. Наоборот... и люди более старшего возраста, uh -huh. и молодежь. Вот, а, наверное, самое главное, что они потом уже не делились на группы вот так, знаете, молодежь отдельно. Там они уже... все вместе? Они да, они уже потом все вместе общими какими-то идеями за заразились. А я просто хотела спросить, это люди у них есть какое-то там образование, может быть, профильное или еще что-то? Вот, это ведь, наверное, в бюджете совершенно есть... разные люди, разные да. не важно разные. совершенно, да, да? да? То есть это на будущее я просто спрашиваю, можно вовлекаться даже, если ты там не, не имеешь строительного образования, да, или ну, вообще может быть не разбираешься, во всех финансовых вопросах, тебя все равно этому научат. Ну, я, наверное, здесь добавлю. А, вот вы знаете, когда было первое заседание бюджетной комиссии, они начали именно со знакомства. Несмотря на то, что, ну, вот вроде бы территория микрорайона, может быть, и зрительные люди как-то вот знали друг Магазины друга. Магазины встречаются. Да, но тем, но тем не менее, близкого-то общения все равно не было. И вот первое заседание было именно знакомство. Кто я, что я, где работаю, чем могу помочь, что я умею. Вот, наверное, это и объединило. Угу. Ну, а еще у Вячеслава Николаевича по срокам хотелось спросить. То есть в, в октябре прошлого года, насколько я помню, вот было э, принято решение, каким будет проект. Реализация будет в этом году, каким примерно сроком. Значит, у нас закончить. сейчас все готово. Мы отдаем документы на госэкспертизу. Во втором квартале заключаем контракт и реализация в третьем квартале. То есть до сентября получается. Да, да, да. Ну, я думаю, ну, все зависит, конечно, от подрядной организации. Мы в жесткие рамки не загоняем, потому что понятно, что существуют определенные технические моменты. Поэтому вот устанавливаем сроки. Ну, конечно же, будем пытаться как можно быстрее это сделать, чтобы летом жители могли попользоваться этой площадкой. Угу. Еще у меня вопрос. У нас остается просто три минуты, как-то очень быстро мы с вами время все свое прошло, проговорили, да, остается три минуты. У нас проект народный бюджет будет в следующем году реализовываться? Министерство финансов Кировской области продолжает реализацию этого проекта, но поскольку это тоже конкурс, то мы планируем заявиться и в этом году на участие. В этот раз у нас инициативная группа, вот уже тут как бы из центральной части Нововятского района угу. вышла, и буквально на заседании Думы мы принимать будем решение о продолжении участия в этом проекте. Но поскольку, как я сказала, это конкурс, то есть, ну, мы будем стремиться победить в областном конкурсе и продолжать уч участвовать дальше. Ну да, проект Народный бюджет, насколько я помню, по Регион, там около 10 проектов реализуется в год. Ну, он да? ограничен угу. да, по, по количеству участников, но вот нам удалось два раза уже стать победителями, то есть войти э, в эту десятку. Очень рассчитываем и на последующее участие. Да, и ну, вот мы, начал Вячеслав Николаевич про это говорить, не знаю, успеем или нет. Еще один механизм, про который мы вначале не, не сказали, это вот история с э, наказами избирателей, да, что называется, когда депутаты городской думы э, по просьбам жителей то или иное... Там, ту или иную территорию. Да, могут уже устроить. непосредственно в привязке к избирательному округу. Угу. Да, и, и вот в этом году история продолжится это Ну да, у нас ежегодно на избирательный округ из городского бюджета выделяется вот уже второй год по 3 миллиона рублей. И там уже действительно депутаты, жители избиратели они уже определяют ну, какие направления но направление у нас ограничено это благоустройство в прошлом году мы добавили тему закон замены оконных конструкций в образовательных угу. учреждениях а вот буквально недавно по инициативе депутатов мы расширили перечень, куда можно направлять средства. И туда еще вошли также замены оконной конструкции в других учреждениях социальной сферы. Это культура физической культуры молодежи. Да. Да, я не знаю, вот из примеров, из ярких, Вячеслав Николаевич нам дорожку Шлемензона привел Оксана Викторовна. Ну, из последних, наверное, таких значимых проектов, это было выполнено освещение пешеходной аллеи по улице Ленина от 164, дробь 4, дом. Это у нас в рамках наказа депутата Репникова угу. Владимира Анатольевича. Дальше вот в этом году как раз в рамках наказов депутатов Лупова Юрия Александровича мы планируем выполнить благоустройство площадки спортивной в районе конева семь дробь пять дом uh -huh. Да, ну и напоминаю, конечно, нашим слушателям, мы с этого программы начали, что проект ППМИ в этом году в Киров возвращается. Насколько я помню, 27 проектов будет реализовано. Это проекты тоже в основном такие, ну вот, направленные на благоустройство и создание. Да, 27 проектов, mm -hmm. Ну могу сказать, что у нас 10 проектов связаны с благоустройством дворовых территорий, 6 это ремонт дорог и проездов, игровые площадки 3 и благоустройство ски. Вот. Спасибо большое. Я, к сожалению, вынуждена прервать наших гостей. Благодарю Елену Ковалеву, главу города Кирова, Вячеслава Симакова, начальника терроуправления по Первомайскому району, и Оксану Шишкину, начальника терроуправления по Ленинскому району. Надеюсь, что все срастется. И жителям, конечно же, желаю активности и удачи. До свидания. Спасибо Всего доброго.